Оборот наркотиков в медклиниках вне правил и законов. Сотрудники прокуратуры Советского района выявили ряд нарушений хранения препаратов наркотического и психотропного свойств в 4-й городской больнице НИИ материнства и детства, хосписе ООО «Медицина» и клинике пластической хирургии «Гранд Эстет». В двух последних учреждениях неправильно вели учет средств. Также несвоевременно проверяли приборы для взвешивания веществ – гигрометров. Заведено 2 административных дела. Суд признал нарушение закона значительным. Поскольку наркотические средства – это та категория веществ, которые подлежат особому контролю со стороны государства, в том числе и хранение и учет. Организация привлечена к административной ответственности. ООО «Медицина» назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 000 рублей.